стояли на плоскости с переменным углом отражения, наблюдая закон, приводящий пейзажи в движение, повторяя слова, лишенные всякого смысла, но без напряжения, без напряжения. Их несколько здесь, измеряющих время звучания. На хороший вопрос готовых ответить мычанием. И глядя вокруг, я вижу, что их появление весьма не случайно, весьма не случайно. Стояли на плоскости с переменным углом отражения, наблюдая закон, приводящий пейзажи в движение, повторяя слова, лишенные всякого смысла, но без напряжения, без напряжения.